как птичий базар. Может, слышно, как печушки поют? Это новый поход. 16 сентября, видимо, последний в этом году. Опять один. Александру некогда, поехал в Англию. Так, вот это вот яма, которую предстоит расширить, которую не успели за два прошлых раза. И вот эта вот выемка, вот здесь вот видно вам. Вот, ее предстоит сравнять, убрать все с этой ямой. И все. Совсем немного. Лет на 8. Продолжаем работу. Закралось подозрение, что около этой ямы откуда-то выпала слюдка не с той стороны. Ну и пришлось вывернуть вот этот камень. Килограммов 80, наверное. Я его перевернул, но вытаскивать не могу. Вот. Вот та вот ямка, что вы видите. А это вот здесь, где лежал этот камень и прочее. Вот в этом месте. То есть здесь идет кварчик. Кварчик интересный, конечно. Московит. Вид разрозненными фракциями, не ручьем. Вот. Это вот камень, который касается. То есть видно, что интересно. Чуть-чуть слюдки разбросано. Кварц есть. Маленькая шпата. Ну, посмотрим, снимем еще одну плиту. Стоит дальше делать или нет. Да, и самое-то интересное. Вот это гнезь. Вот его плохо видно. Гнезь. Он сползает, вот видно, что сползает в правую сторону. Вроде бы здесь ничего не должно быть, но вдруг идет вот такое вот расширение в этом месте. Вот это уже интересно. Очередное включение. Так, покажем. Вот большая кувалда. Ниже спуск. Это старая яма. Здесь вот маленькая кувалда. И клин. Вот этот длинный клин. В центре кадра. Вот. Снял. Видите, сколько плит. И здесь ядрышко обнаружилось. Неплохое ядрышко. Вот здесь вот идет. Вот здесь вот около клина это шпат. Ну, настраивайся. Вот шпат с московитом. С пачками московита. Вот сейчас перевожу на ядро. Вот здесь вот ядрышко. Это следа валяется. Вам так близко. Вот видите. Вот это ядро идет. Это я отвалил специально в сторону, чтобы можно было показать. Продолжаем дальше. Похоже, что нужно будет снимать и вот эту плиту и уходить сюда, ближе к этой яме. Посмотрим. Сегодня веселый день, солнышко.
Хорошо. Постепенно приобретает яма вот такой вот вид. Вот. Опа. Вот это мы уже сняли. Сейчас вот это место, которое нафига должно будет соединиться вот с этой вот ямой, которую я закончил в прошлый раз. Ну и посмотрим. Места много стало. Легче будет работать. Как в волшебном лесу. Начинаем второй этап, послеобеденный. Продолжать будем в том же духе. Поели супца тарелочку, да чаю с баранками. Нет, с кральками, с бубликами. Так, вот здесь же все и будем делать. Кувалда сломалась, пора идти домой делать ее. Вот какую большую катакомбу вырыли, толка нет только. Где-то рябчик спорханул из-под ног. Прошел 100 метров, 2 с дороги слетел уже. Ну только она не новая, и спальник не новый. Но она не очень хорошо сшита, я ей не стал пользоваться. Она почему-то всегда провисает, вот, боковина у нее провисает. Я в ней немножко поспал и перестал. Стал ходить вот с этим. Веями растут. Чего только нет. День второй. Так, время уже много. Как всегда, не хватает. Так, вот в этой яме то, что я сделал. Вот раздув какой. Видите? Вон туда загибается шма. И в эту сторону идет тоже раздув небольшой. А вот это вот старое. Вот старое, старый карман, в котором ничего не было. В связи с нехваткой времени хочу продолбить так же, как этот карман, канавку. Вот здесь, вдоль всей этой ямы. Канавку глубиной 20 сантиметров хотя бы. Если есть занор тут поблизости, можно будет рукой достать его.
Вот. Ежели нет, то за зиму вода скопится, разорвет эти плиты. Во всяком случае нарушит. На следующий год можно будет брать. У меня останется один день, чтобы продолжить вот эту вот работу. Вот где лопата, ой, где кирка, клин, куда показываю. Снимать вот эту вот узкую щель, увеличивать ее до размеров, до глубины. Сколько можно? Может что-то встретиться там. Вот уже что здесь у нас. Если смотреть с этой стороны, от этого кармана, ясно, что здесь идет раздув. И здесь раздув. От гнезда здесь сработал. И весьма вероятно, что вот эта жила, вот ее конец, она идет сюда. И именно в этом месте она делает небольшой поворотик, меняет свое направление. То есть в этом месте, похоже, у нас изменение, небольшое направление. Это уже интересно на будущее. У нас все некогда работать. Но осы гудят. Пора идти на обед. Долбимся. Здесь вот расширил. Идет ядрышко. Вряд ли с мусковитом. Вряд ли оно соединится вот с этой вот, с этим карманом. Поэтому, скорее всего, должен быть карманчик или занорчик вот здесь вот, где лежит клин. Небольшой, но должен быть. Продолжим канал. Если даже и не будет, подождем, когда будет зима, вода попадет внутрь, она вот эти вот плиты раздавит немножко. Легче будет убирать. Это редкая птица наша. Ой. Маленький кармашек, в кармашке только дымчак, берела нет. Ударил по пальцу, слава богу, не сломал, но очень больно. Идет все с трудом. Опять же, не знаю, как сейчас бить буду. Перекур 3 минуты. Так, опа. Где же они? Даже не вижу, очки не надел. Пятки в яме прямо растут. Ну, там еще свинька. Тут еще. О, около пня какие кружки. Так что тут не так просто в этой яме. Она волшебная. Даже не подумаешь, сколько мы тут наворочили. Еще ребята. Оба. Срежем на жареху. Вот смотришь и даже не веришь. Неужели это с Сашей? Мы тут понаделали. Толя работал, но он немного. Такую махину пробуровить. О, даже поднять камни не мог. Перевалил только. Ну вот. Ноготь посинел. Палец тоже. Значит, сойдет.
еще на час работы здесь, наверное, если не на два. Солнышко скоро заходить будет. Пора домой. Ничего не видно. Ничего не нашли. Жалко. День третий, завершающий. Все заняты своими делами. Ты карту, что ли, рассматриваешь? Да, вот думаю, что делать сегодня. Еще не надо держать. Воскресенье. Да, воскресенье. Фукс, ну-ка иди в кадр. Вот молодец. Молодец, Фукс. День третий, завершающий. Погода благоприятствует, конечно. Хорошо, дождя нет, пленку не нужно растягивать. Вот это все то, что я достал за эти два дня. Новое место. Здесь нет смысла. Пробую дойти хоть до кармана. Эти система из двух клиньев. Вот. Один, второй. В общем, если будет занорыш или карман, то он где-то на расстоянии полметра ниже нижнего клина. Вот, может быть, руку сумею просунуть туда, расширить это дело. Посмотрим. Да, ребята, вот это удар. В этом заморыше я его полностью уже выскреб. Берила не оказалось. Дымчат был, дымчатый, вот он. Но это не то, что искали. За зиму, если плиты расшатаются, вот под этой кувалдой, в метре примерно, хороший занорыш. Но для этого нужно будет все вот это вот, он до тех пор снимать. А почему хорошая? Потому что идет сбоку. Видите, здесь вот гладкая, а здесь вот какая секущая. Вот, секущая с этой стороны. И вот эти глыбы. Вот не гнейс, вот это гнейс. А вот эта секущая махина. Вместе пересечения. Чем мощнее она, тем больше занорыш. Время обеда наступило. Радоваться нечему. Кувалда чуть не переломил руку. Все опухло. Специально взял котелок, чтобы туда не ходить. Будем сейчас делать костер и готовить пищу. Вообще погода стоит прекрасная. Изумительная, я бы сказал. Костер горит. Скоро будем обедать.
А Мишку видели вон в этой стороне, ближе к болоту. Вот там вот. Несмотря на фатальное невезение, жизнь все равно прекрасна.